Что, прости? Как мне свидание? Честно? Ни в коем случае. Ты же не хочешь обидеть совершенно незнакомого человека. Давай дадим ему обратную связь по методу сэндвича. Спасибо тебе за этот вечер. Я бы никогда не узнала, что все происходит от слова совсем, но у меня немножечко разболелась голова, но в целом ты очень хороший человек. А вы у нас кто? Я твоя внутренняя хорошая девочка. Делаю так, чтобы никто не подумал про нас ничего плохого. Так это ты! Давай разбираться. Когда он прислал тебе 10 несмешных рилсов, что ты ответила? Ну, чтобы его не обидеть, я лайкнула каждый и написала ха-ха-ха-ха-ха. Когда парикмахер тебе вместо кончиков отстриг каре, что ты сказала? Большое спасибо, я всегда хотела быть похожа на Гоголя. Когда ты приехала смотреть новую квартиру, а там тараканы и плесень. Какая близость к природе! Ну, я даже не думала, что все так плохо. Так, запоминай, отныне мы начинаем жить свою лучшую жизнь, а хорошую квартиру ты найдешь на самолет.ру. А прямо сейчас мы научимся говорить то самое слово на букву Н. То самое. Да, повторяй за мной. Нет. Нет, спасибо. Без спасибо. Просто нет. 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 Будет ли у нас второе свидание? Нет, никогда. Ни за что. Ни в жизнь. Ты меня слышал. Со временем я, может быть, научусь делать это более деликатно. Пока что хочется добавить от слова совсем.